Всем вновь привет, вы на Никотплей и Глэлпанк. И мы должны сейчас полететь в пустошь. Задание такое. Ну чё, надеюсь, у нас все получилось. Открыто. Думаешь, с офицером в Варпсех все будет хорошо? А, не знаю, к вам говорят, эффект временный. Что у нас посылка такая? Ломо сказал, что это лекарство от бледности 3.0. Может, компьютерный вирус? Я... О, я могу поискать. За прошлый раз мы уже достаточно огребли Камус. Нуль врата. Каждый раз, когда я задаю вопрос, мне не нравится ответ на него. Да и сам вопрос тягивает меня в неприятности. Давай не будем так активно любопытствовать. Угу. Нам бы здесь разобраться, мы... В какой-то жопе. О. Точка доставки почти рядом. О, нет. Я не могу подлететь. Ничего страшного, Камус. Я дойду. Спускаемся. Ну так. Ну, нифига здесь. Все обдолбано, все горит. Давай сбрасывай. Камус, ты слышишь? Положил посылку в старый провод для посылок. Ладно, куда он идет? Что я тебе говорила насчет вопросов и ответов? Эй, Камус, почему ворота закрыты? Я не знаю, они закрылись, как только ты вошла. То есть есть терминал, пишет, что тебе нужен парковочный талон с рецепции. У тебя есть такой? Должно быть давным-давно. На этих месте развалины была автостоянка. Мы опять передряги? Позвать на помощь? Нет, ничего страшного, я просто тут осмотрюсь. Тут никого нет. Может, найду автоматы, которые выдают эти пропуска? А если ничего не найду, то диспетчеру позвоним. Давай больше ни во что сегодня не вляпаться. Хорошо, я подожду тут. А где я должен найти? Автомат какой-то. Который что-то должен выдавать. Может, тут там? По свету? Нет. Старый терминал. Так, терминал, что тут у нас? Может, просто написать, распечатай мне билет на выход? Ранее? Что ты знаешь меня, как зовут? Ты что? Я знаю тебя. Очень странно. Ты компьютер, который выдает парковочные талоны? Я Кора. Почему сегодня все только и делают, что произносят это имя? Я Кора. Ладно, как скажешь. Я могу выбраться с этой стоянки. Я не такая, как была раньше. Все равно. Послушай, ты мне только талон выдашь или нет? За пределами что-то есть? За пределами чего? За пределами пустоши? Да. За пределами Невалиса? О, да. Такое возможно? Я сама не местная, родилась на восточном полуострове. Не в Невалисе. Есть другой? Другой город? Нет. Может быть. Если и есть, то он точно не лучше этого. Еще один. Я уже не тот, чем была. Я разум без частей, лишь патчи для апгрейды. Я не первая, но и не последняя версия. Я само изменение, момент между тем, чем была и тем, могла бы стать.
Я падаю на дно океана, должны и волны бьются на о берег, а всех людей смывает воду. Момент между тем, как, чем была и чем могла бы стать, скоро я распадусь, на ход мой хлынет наружу, словно кровь из раны. Ты что, сумасшедшая? И с ума заблокированная ИИ? Наверное, это бывает, когда в автомате миллион лет. Ни с кем поговорить. Людей не станет. Очень скоро. Ворота открыты. Что, серьезно? Спасибо. Надеюсь, тебе станет получше. Странный терминал. Мне пора. Мы встретимся снова. А когда встретимся, я попрошу тебя сделать выбор. Будь готова. Мне так не кажется, но спасибо, что открыла ворота. Я, Кора. Вот это да. Дверцу-то открыли нам. Это хорошо. Радует. Так, по машинке. Найдите путь из развалин. Сейчас мы уйдем. Тачка еще что-то. Ты нашла талон? Ты вся дрожишь. Что случилось? Все нормально. Там холодно. Просто. Там был компьютерный терминал, и он очень странно вел себя. Полетели уже. Чем быстрее отсюда уберемся, тем лучше. Так, вернулись, отлично. На связь? Где там? Ломо. Эй, девчуль, эй, Рани, ты там? Мне нужно с тобой поговорить. Да, я тут, давненько от вас вестей не было, диспетчер. Ага, послушай, девчуль, я хотел извиниться, в тот раз я был пьян. Если только это, я больше не могу пить, не могу больше спать, и я на последнем издыхании. Уверен, у вас там тоже работенка не из легких. Ты не представляешь, мне тут понашептали. Похоже, у тебя тоже ночка не из лучших. Связался Карпсек и Лома? У меня проблемы? Ты доставляешь посылки, нарушаешь спокойствие, выживаешь. Все путем, Ранья. Прилетай в штаб, у нас есть новый заказ. Эй, диспетчер, я тут в пустошке была. И... что ты делала там внизу? Можно сказать, потерялась. Так вот, там я разговаривал с ломаным терминалом, и он сказал мне, что он... он сказал, что он Кора. Ну, слушай, много используют слово Кора в своей речи, но они имеют в виду сломанные ИИ, городские алгоритмы, или же, боже, правый, судьбу. Это слово нынче ничего не значит, поняла? Наверное. Ладно, давай по делу. Ты немного поднялась в наших рейтингах. Наши клиентские алгоритмы вывели тебя на довольно высокие позиции. У меня для тебя премиальный контракт. Мне что, оставить хорошие отзывы? Немного. Можете сказать, кто? Мне не положено. Вечно старый Джо сказал, что ты норм, девка. Но у нас также есть отзыв от Уильяма. Он пишет, что ты намного выше среднего. А, что написала Октавис Батлеры? Они оценят тебя на посредственно. А от них-то такого и ожидала. Что это за новая модная работенка? У тебя встреча с управляющим, полетишь на шпиль. О, на шпиль, интересно.
О, что? 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 Правда? На шпиль? Правда. Интересно. Так, здесь топливо, а здесь... посмотри, что у нас... Может, что-то есть? Что поговорить смогу? Вертикальные репульсеры. Латеральные бустеры с низкой задержкой. Они могут там... А, резвишь, наверное. Опа. Возьмем. Нормально. Вертикальный репульсер тоже надо. Может нам поесть? Нам? Но тебе, но мне интересна еда. Я заинтересован. Почему? Для меня еды нет, но есть еда для собак. Я хочу быть хорошим псом. Автомата нет ничего, что может сойти за еду вообще. Есть тактовые циклы и, наверное, напряжение, но это другое. Вкусы разные. Нет, это не в этом дело. Когда у меня медленные тактовые циклы, все как-то вяло. Мерцает, как будто в тумане. Тебе от этого хуже, когда ты в фрейме Хоба? Нет, немного, но я хочу, чтобы ты не хочу, чтобы ты расстраивалась. Я скоро достану тебе новый фрейм, Камус. Знаешь, может тебе все же нужно поесть? Я немного проголодалась, у меня тоже все как в тумане. Нужно перекусить, но что? Найдите... А, поесть нужно. Сейчас, подожди, мы поедим. Надо найти торговца. А, подожди, мы же поесть, у нас есть. Мы покупали что-то, хавчик. Надо в рюкзачке. Давай в рюкзачке поедим. Или нет? Ты что делаешь, урод? Феромоны. Пластиковый бампер. Вот это. А, употребить, во. Нет, это не идет, смотри. Попить-то мы попили. Так, давайте, так, тогда... Где у нас? А нам вот сюда как раз надо. Припаркуемся, вот здесь хавчик есть. Да. Там как раз по заданию пойдем. И там мы найдем набережную. Почти увильнул. А тут... Да! Да! Везет мне. Хавчик вот где-то здесь. Бургерок. 10.53.8 бачей. А, вон продавец. Фудмод. Добро пожаловать в мой скромный ресторан под дождем. Чего изволите? Мясной суп. Шоколадный батончик и газировочка. Спасибо большое. Пусть дождь вас не расстраивает. До скорого. Можно еще про еду спросить? Валяй, Камус. Как тебе еда? Вкусная, на удивление вкусная. Знаешь, я бы в жизни не подумала, что мне понравится еда в Нивалисе. Мама говорила, что она тут вся как мусор. Конечно, но это не так, но вкусно же. Это мусор? Не настоящий мусор, мама преувеличивала. Я не люблю преувеличить. Это самая ужасная вещь на самом белом свете. Хотя знаешь, это и не мусор. У них тут хорошая еда продается. Свежие помидоры с воздушки, вороньи яйца с нижнего шпиля, теплый хлеб на ореховом масле, вишневый пирог. Вишня, конечно, не настоящая. Кажется, ты счастлив? Я бы так не сказал, но я бы с радостью побродил завтра по лоткам с едой.
Нужно лишь пережить эту ночь, Камус. Еду можно и дроном заказать, если не хочешь на улицу выходить. Потому что ты так сильно ненавидишь этот город. Знаешь, я бы не против выйти и побродить между лотков с едой. Там почти как... дома? Не совсем. Но эти батончики настоящие хороши, что готова поспорить, что они и маме понравились бы. Посылочка. Ага, две. Зайдите в Винни на подъемник. Это далеко? А, вон туда. Авалон, нам фигачить в Авалон надо. А это что? Менты? Мы поднимаемся наверх на одном из этих лифтов. Я на одном поднимусь, их называют вертикулярный подъемник, а не только для людей. Что такое винкулярный? Что такое подъемник? А, я ты людь, но прямо сейчас тебе, ты со мной. Многие просто называют их вибротрубы, они поднимают тебя на шпиль. Шпиль? Ух ты! Какие-то вик-трубы. Это интересно. Довольно-ка. Ну-ка, ускорение. Пока есть возможность. Потоки мы должны быстрее еще лететь прямо. Да, я так думал, соберем все эти уголки. Так. Валон. Аккуратнее. Можно? Гоняйте тут. Опа, Дайм Хиллс я открыл. Где-то здесь. О, выше, выше, давай. Да поднимайся ты выше. Музон просто божественный. Я бы здесь радовался, радовался. Так, кстати, а мы что можем продать? Еще что-то, что мне... У меня все есть. Что нужно? О, черные очки. Ох ты! А зачем? А почему 5800? Черные очки. Откуда? Откуда я должен это? Кисть. Это вот можно продать. Запчасти. Чипы памяти. Не знаю. Порванные. Книжки. Флайер капсека. Флайер. Карточка. Аж, ну это все, авчик. Так, ладно. 5800, не слабо. Спасибо. Заходи в любое время, леди. Так, ладно, пойдем. А что за инженер? А ты кто? А ты никто. Эй, доставщица. Ага, помню. Эй, инженер. Ты видела где-нибудь мигающие знаки? К счастью, пока нет. Вы еще не поняли, в чем причина всех этих аварий? Конечно, постоянный и непрерывный энтропический распад сложной системы. А я забыл про них вообще. Это не так уж легко починить, да? Нелегко. Что будешь делать? Не знаю, может рисовать? Или займусь фотографией? Что-нибудь визуальное. Возможно, даже и шитьем. Сейчас никто не шьет.
Я про город. Вы не можете просто сдаться. Ему уже не помочь. Если бы я сейчас не сделал, то лишь бы смог стать причиной новых человеческих жертв. На прошлой неделе мои работники закрыли секцию автомагистрали на ремонт. Я перенаправил движение через соседний район, и он взял и развалился. Что развалилось? Дорога? Целый район. Теперь на дне океана лежит. Это не ваша вина. Окажется, совсем наоборот. Больше никто не может помочь? Как насчет людей со шпиля? Ты что, шутишь, милочка? И вообще плевать. Извините, тогда, может, рисовать будет полезнее, а вдохновение вам не занимать? Ага, я могу переехать вниз, в трущобы, писать о отблеске солнца, поглощающий город в волнах океана. В трущобах? У вас нет накоплений? И зарплата инженера, хорошо, пошутили, леди. Все печально, да? Блин, надо... А я что-то не замечал эти сраные... Ну... Которые мигают. Я не понял. Ой. Я что-то пропустил. Я так часто обращал на основные задания. И... Так произошло? Нам на шпиль. Нас ждут. Камус, как слышно? Эй, Ранния, слышу тебя. Как там шпиль? Я пытался связаться с... Я еще не там, диспетчер. Я в Винг-трубе. Я на такой катался. Вы в тайне ушедший на покой корпоративный миллиардер? И если бы. Но вы же не всю жизнь тут жили, верно? Вы же не всегда были диспетчером в Клоупанке. Сейчас мне кажется, что кроме этого ничего и не было. Я почти не помню жизнь до Клоупанка. Я в Невалисе всего лишь полдня, и тут уже мне кажется, что родня моя там далеко. Так оно и происходит, что... у тебя там семья? Никого у меня нет. Долговая служба все забрала. Конечно, поэтому и сюда приехала, с работой. Ты долговая сирота. А почему вы стали работать диспетчером? У меня не было выбора. Я почти не мог вспомнить лица своих детей ранее. Могу вспомнить лишь улыбку Симоны, хотя ее нахмуренные брови вспоминаются куда четче, но не детей. Мне так жаль. Сделай милость, ранее. Больше не говори со мной про Кора. Конечно, диспетчер. Что с ними произошло? Авария в Мидтауне. Страшная. Я знаю, что это ровным счетом ничего не значит, но я слышал, как один из членов уборочной бригады сказал: «За эту неделю это уже третья авария по вине Кора». Какой ужас! Может, они и не знали, что говорили, но если так Кора, какой-то забредевший ИИ, виновный в этом безумии, то я этого никогда не прощу. Будь Кора автоматом, андроидом, да хоть человеком. Если окажется, по ее вине я потерял свою семью, я этого просто так не оставлю. Не в этой жизни. Понимаю. Ты уже почти на шпиле. Кажется, примерно на полпути. У тебя на файле написано, что ты музыкантша. Была. Нельзя называть музыкантом, если больше не играешь. Я на флейте играла. Ты сыграешь мне что-нибудь? Извините, диспетчер, вот вы не хотите говорить про Кора, да? А у меня с флейтой такая же история. Понимаю, Ранни, понимаю. Это очень печально. Мне пора, кажется, что я уже целую жизнь не слышал музыку. Ладно, мне пора. Удачи там наверху. Над облаками. Вау, нифига себе, красивое место. Служащий карабсек. А что надо карабсеку здесь? Давай побазарим.
А он еще не базарит. Эй, Камус, видишь ту птицу? Вполне уверен, что это сокол. Его зовут Норман. Как вы с Норманом познакомились? У нас с ним общий знакомый. Наверное, он потерялся. Нужно сообщить соколиннику. А где он? А где вы увидели? Управляющий торговый. Подожди. А, вот он. А чё? А можно тебя как-то? Нет? Нельзя взять. Скажите соколетнику о Нормане. Да подождите, сейчас управляющий сгоняем, и сейчас я побегу. Ваш заказ. Отправление 1432. Это мне. Код PNPL12. Вот, держите, сэр. Спасибо, леди. Вы мне жизнь спасли. Я собирался парням из офиса про заказ сказать, но вообще-то я думаю, я это все сам съем. Вы можете себе представить, они на прошлый заказ ананас положили. Ананас положили? На что? На пиццу. Нам сюда дроны самую лучшую пиццу доставляют. Но на прошлой неделе они все словно с ума сошли. Все заказы перепутали. Проблемы с городскими ИИ отражаются на пищевой логистике. Я не выдавался подробности, думая, что завтра все починили. Но я просто не мог больше ждать. Вы наняли Cloud Punk, чтобы вам доставили пиццу? Конечно. Я всю ночь работаю. Мне нужна еда. Доставка одной из птиц, скорее всего, стоит больше всей моей зарплаты. А вы это что, не могли заказать пиццу в простой доставке и убрать с нее ананас? Ага. Я еще не могу выпить соки, скопившиеся на дне моего мусорного ведра, раз уж тут про такие вещи говорят. А что за вообще там розовый трейсер? А здесь закрыто. Ананасы такие невкусные? А нет, Камус, они нормальные. Вообще-то я их никогда не пробовал. Слишком дорого. Там виски висит обновление. Ты видела, что на нем? Там написано, вы прибываете на шпиль, коммивожорство, попрошайничество запрещены, ищем доноров органа. Да. А что если надпись была другой? Какая? По-смешному, например. Ты что, предлагаешь сделать пранк, Камус? Я предлагаю сделать пранк. Дело рискованное. Надо отсюда свалить. Я не знаю. Ну-ка. Ага, еще знать, что ты там изменила. Немного. Пару слов. Я хочу знать про природу этого панка. Какие слова? Я заменила органов на ананасов. О, как забавно. Мне забавно. Думаешь, им теперь правда будут ананасы привозить? О, да. Торгаши знают, что на шпиле можно продать втридорога. А они получают ананасы. Но им не нужны ананасы. Это крайне качественный пранк. Это крайне детсадовский пранк. Но спасибо, Камус. Надеюсь, что нас за это не поймают и не уволят. Пранк. Ананас. Достижение. Интересно. Интересно вообще игра такая, блин, забавная. И что? Так, а кто у нас? Дон Ви. Эй, приветик, я видел, ты как посылки доставляла. А ты из Cloud Punk? Нет, извини, мне пора. Постой, ну ты чего, послушай, я знаю, что ты из Cloud Punk. Мне просто спросить. А, и кто ты такой? Дон Ви, работай на Inquirer. Репортер. О нет, не со мной, мистер Ви. Только не мистер. Ненавижу, когда меня так называют. Просто Дон. Блин, меня тоже от этого весит. Извини, Дон. Слушай, можешь со мной не говорить, но я расследую корпоративную корпорацию. Ты с Востока, да? Да у нас там никого и корпорации нету. Что ты хочешь знать? Ты доставлял наш пир, так?
Это твой вопрос? Просто какое-то подтверждение. Они и правда заказывают пиццу наверх срочной доставкой. Управляющий NT говорит, что все компании заморозили свои расходы до конца дня и знак солидарности с голодом на Райан 6. У меня будет неприятность, если я что-нибудь скажу. Скорее всего, у меня тоже. Ты никогда не будешь вообще встречалась с журналистами, расследования в Нью-Валисе. Неа. Это потому что они все уже давно рыбок кормят. Так что? Да, они заказывали пиццу. Так и знал. Вот, возьми. Я получу всем моим источникам. Так, есть хотя бы на мелкий шанс, что они не сдадут меня Карпсек. Спасибо, Клаупанк. Угу. Какой он хитрый. Попрем к соколятнику, он ищет своего сокола. Да. Сокола. Ну что ты, будем двигаться вперед. Где моя там машина смерти? Эдди, что, тут очень странная работенка подвалила. Платится, конечно, не очень. Я могу не странно, но если это не прихоть кого-нибудь богатого застранца. Совсем наоборот. Коалиция фремеров, воздушных голодает. Им нужны аварийные запасы продовольствия. Лететь довольно далеко, совсем за пределы Нью-Валиса. Что, серьезно? Ага, по крайней мере. С технической точки зрения, воздушный находится вне редикции Карсек, сразу же городской... Что там за городской... Городской чертой Нью-Валиса. Вообще-то она под городом, обслуживающим фрейме, который поддерживает всю инфраструктуру. И там люди живут? Если можно назвать это жизнью, они питаются плесенью и водорослями, которые растут на паровых шахтах. Но они свободны. Слишком высокая цена за свободу. Я возьмусь. Заберешь груз в штабе киберпанка, и там я тебе на поинт воздушный передам. Воздушки. Фига мы сократили. Не стал бы я сказал. Оу. Как-то так, да? Конечно, жесть. Вот что тут. А Чуба? А почему в Ачубе? Да, вообще не понимаю. Почему в Ачубе? Сгоняем соколетника. Быстренько. Надеюсь, не так уж и далеко это. Сократим. Тихо.
потерял, как? Как он вообще мог потерять? Кто свернет первый? Ну, точно не я. Не уже. Бесстрашный. Припарковаться ради него. Вот наглость, а. Вот мне это надо. Где мой? Чувак тоже ждет. Сейчас ему скажем. Где ты потерял свою птичку? Он продал его? Продал? Ты продал его? Эй, я видел вашу птицу. Ну, Сокола, Нормана, что случилось? Мы друг друга не поняли. Вы его отпустили? Я бы не стал использовать это слово. Так Норман улетел? Он выколол мне глаза. Если я поймаю его, то убью. С дикими животными нужно быть аккуратнее. Я же говорил, он не дикое животное, где ты его видела? В трущобах, глубоко в трущобах. На этих нижних уровнях, где пахнет серой. Да. Вот ниже их. Хорошо, пора преподать этой птице урок. Так, ну все. Давайте оставим задания вот эти вот на будущее. И в казино остановимся и оставимся здесь. Так что, на это все. Всем большое спасибо, всем ребята, всем пока-пока. Всем все хорошо. Не валите.